Ну вот и настал твой конец. Ща посмотрим, кому из нас конец. Ха-ха-ха, а ты шутник. Ему один удар остался, Шарик. Мне вообще-то тоже... Привет, ребята! Вот мы и добрались до заключительных уровней приключения несносного красного шарика, в котором он спасает свою любимую. Приветище, друзья! Нам осталось пройти 5 уровней. Погнали проходить! Не терпится спасти любимую! В прошлый раз мы остановились на 16 уровне. С него и начнем. Ребята, ставьте лайк под видео, чтобы поддержать нашего героя, и поехали! В конце прошлой серии, друзья, Шарик стал вот таким вот носатым прыгуном. Сам ты носатый! Это у меня дудка во рту! Точно! Тут, походу, нужно наверх забираться! Ну уж точно не в бок, по бокам шипы. Но сначала давай возьмем звездочку справа. Хорошо! Воу! Платформа исчезла! Хорошо, что ты на нее не прыгнул, а то бы свалился. Теперь будем знать, что на коричневые платформы прыгать нельзя. Эй, Шарик, а звездочка? Да погоди ты! Постоянно прыгать не так-то просто. Быстро ты, Шарик! Первую жизнь проиграл. Зато звездочку взял. Это да. Теперь можно подниматься повыше. Ща, платформа подъедет. Вторая звездочка. Только она на исчезающей платформе. Значит, пропустим? Никаких пропустим. Просто хватай в тот момент, когда синяя платформа будет внизу. Попасть бы еще. Отлично! Можно забираться повыше. Осторожнее, шипы! Да вижу, вижу! Ну, Шарик, это ты виноват? Накаркал? Ну, конечно! Ладно, ничего страшного. Жизни еще много. Пока что. О, что-то новенькое. Ага, белые платформы. Упс, исчезла! И, похоже, не появится. Это, наверное, одноразовые платформы. Коснулся их, и они исчезают. И что теперь делать? Так ты же возле чекпоинта. Давай с этого места и перезапустим. Итак, прыгай на платформу и сразу дальше. Да понял, понял! Ага, ура! Я снова могу катиться! А впереди, смотри, какая платформа опасная! Чё опасного-то? Легкотня! Пройду как с куста! Ой! Легкотня, говоришь? Да я это... После предыдущего уровня отвык чутка! Соберись, дружище! Сейчас все будет чики-пуки! Вот смотри! Оба! А там дальше вторая платформа и звездочка. А еще там на заднем фоне деревья зеленые и небо голубое. Хорош уже капитанить. Ох, вредина. Ладно, проходи. Молодчина. Ага, а тут прыгалка. Опа-на. Ух ты, еще одна. А слева сверху звездочка была. Ща я ее с прыгалки достану. Надо бы только телегу подкатить чутка. А справа шипы, Шарик. Значит, вправо поедем на телеге. Но сначала звездочку. Агась. Есть. А теперь направо. Mm.
Ну же, катись, тележка. Во. Эй, ну чё стало-то? Эть. Иха. Теперь запрыгивай наверх. Да ладно. Я уж собрался сквозь стену пройти. Снова троллишь меня. Ну да. А вот и финиш. Воу. Чё это там впереди? Вертолет, что ли? Ага. Крутяк. Интересно. А на нем полетать можно? Ну, раз он тут стоит, наверняка можно. Класс! Надеюсь, сегодня летный день. О, кстати, про день. Помнишь, мы в прошлой серии спрашивали, какой день недели любимый у наших зрителей? Ага, было дело. И за какой день было больше голосов? Больше всего голосов ожидаемо было за пятницу, субботу и воскресенье. И с небольшим перевесом победила суббота. Видать, потому что она выходной. Впереди еще один выходной. Скорее всего. Ладно, идем уже на вертолет. Ух, какой клевый! Запрыгивай внутрь. Ага! Ну че, полетели? Ой, там шипы! Все, налетался. Да не, просто шипы неожиданно появились. Ща полетим. 3, 2, 1. Иха! О, звездочка. А тут еще одна. Ща возьму. Только аккуратно, не зацепи шипы. Не боись, я же профессионал. Да ты во всем профессионал. Ну, это да. А чё это за рычаг там? Надо бы переключить. О, ты так и хотел, да? Конечно. Кто бы сомневался. О, вижу последнюю звезду. Ща возьму. Полетели дальше. Чё-то вертолет не заводится. Конечно, не заводится. Ты же его водой залил. Печаль, беда. Ладно, без него пройду. А не, не пройду. Видимо, нужно было сначала пролететь, а потом вернуться за звездочкой. Ну да ладно, все звездочки мы взяли. Давай перезапустим, и ты просто пролетишь к финишному флажку. Пока я лечу, может, давай вопросик для друзей придумаем? Так это же последняя серия этого приключения. Давай не вопросик, а просто попросим оставить любой комментарий. Ну чё, попробуем набрать 1000 комментариев под видео? Ну, давай попробуем. Друзья, пишите в комментариях что угодно. Любые цифры, буквы, слова. Можете просто написать слово «привет». Можете оставлять несколько комментариев. Попробуем собрать 1000 комментариев под этим видео. Посмотрим, получится у нас это или нет. Я думаю, получится. Ребзя, я в вас верю. А тем временем мы прошли уровень. Супер! Вперед, шарик! Зачем спешить-то? Ой! Вот зачем. Понял. Давай, давай, шарик! Ага, видал, как я обманул огненный шар? Ну все, теперь можно не спешить. Это было неплохо, дружище. Молодчина. А вот и финиш. Коротенький уровень. Чё за дела? Похоже, что нужно добраться к флажку раньше огненного шара. Понял. Иха! Воу, это было круто. А вот и злой черный шар. Попался, негодяй. Ща я тебе наваляю. Тебе не победить меня. Это мы еще посмотрим. Шарик, на него нужно сверху прыгать. Да я это уже понял. Но надо же звездочки сначала взять.
Сдавайся, слабак! Ага, сейчас же, размечтался. И осталась последняя звездочка. Есть! Все, шарик, осталось только его победить. Ну вот и настал твой конец. Ща посмотрим, кому из нас конец. А ты шутник. Ему один удар остался, шарик. Мне вообще-то тоже. Ура! Победа! Это же моя любимая. Ох, шарик, спасай ее скорее, иначе она свалится в пропасть. Ща... Есть! Красный шарик освободил свою любимую, и шарики снова вместе и снова счастливы. И на этом, друзья, наше приключение заканчивается. Ну вот и все, ребята. Мы прошли все уровни приключения. Несносный красный шар спасает любимую. Черный шар побежден, любимая спасена. На этом и закончим. Пока-пока, друзья! До встречи на канале Игрули ТВ! До скорой встречи, ребята! Всем пока!